Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, и игра под названием Little Miss Fortune. Маленькая неудача или что-то вроде того. У нас была демка этой игры, я уж не знаю, как сильно демка повторяет начало. Это полная игра вышла. Это игра от создателей Friendbow. По-моему, она чуть ли не в той же вселенной, что и Friendbow. Короче, наркомания полнейшая, все вот это вот не ясно, что какие-то странные херня происходит. Короче, трэш кругом какой-то полнейший. Давайте посмотрим. Скорее всего, она будет повторять демку, но мы это сделаем еще раз, чтобы не было чего-то рваного, потому что вот такое я, кстати, не помню. Или помню, подожди, сейчас голос начнет говорить, все, я помню. Все, я помню, все. Да, все, это точно начало, как из демки. Ничего страшного. Ничего страшного, демка была короткая, если что. Тем более здесь мы сейчас пройдем все быстренько. Мы все это прекрасно видели. Но торопиться мы, естественно, не будем. Многие ждали эту игру. Это 100%, потому что Friendbow хороша. Эта игра не хуже обещается. Я надеюсь, по крайней мере. Уровень и, так сказать... Уровень нужно держать, в конце концов. Так, это мистер Лис. Я хрен знает, кто это, но это не он, который с нами разговаривает вроде как. Это мистер Шишка. А это мистер Маска. И мисс Маска. А это мисс Тележка. Я тебе реально говорю, а вон мисс Сумка и мистер Надгробие. Я не особо помню заставку в демке, если честно. Я сейчас быстренько прокрутил серию, видосик свой, чтобы посмотреть, что там вообще, как там, и куда там, и чего там. Более-менее примерно ориентируюсь, там дневник, там наша подружка, там ее мать, там она пошла. И там мистер Голос, и, собственно, начинается наше приключение ровно вот здесь, в этом доме. Все, это все, что нам нужно знать об этой игре. Убирайся, написано. Добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Пройди ее до конца и получишь приз. Я надеюсь, я попаду в тональности, в голос того, что было в демке, чтобы сильно впечатление не менялось. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас, немного блесток для тебя и немного для меня. О, печально то, что сегодня день, когда она умрет. Да? Это то, я не помню. Знаешь, я тебя слышу. О, ты слышишь? Да. Ты в моей голове или что? Ну, хорошо, да. Хорошо. Я буду звать тебя мистер Голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Нет, никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Ну, если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Ну, хорошо, по рукам. Замечательно. Потрясающе. Готова сыграть? Да. Твое первое задание — покинуть дом. Хорошо. Я сделаю это. Так, используй левый стик, чтобы идти. Ага, все работает. Я, если что, на джойстике подрубился, чтобы посмотреть, что как. Так, это у нас музыка, да? Вроде как. Я люблю двигать телом. Эта музыка звучит вечно. Ну да, здесь танцы. Лицо у него странное. Ладно, там где-то должен быть дневник и что-то почитать. Бенджамин. Смотри, я нарисовала рисунок. Иногда я вижу этого лиса за окном. Я зову его Бенджамин. Он очень милый лис. Фу. Меня мало интересуют лисы. Ну, хорошо.
Ну, как хочешь. Так, это войти под кровать. У них, кстати, видал, крыша такая постелена между кроватью и тумбочкой. Типа дополнить дом. Смотри, это мое тайное убежище. Впечатляет. Но зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних-предальних странствиях. Ясно. Так, окей, это вниз-вверх, куда-сюда. Это Бабси, страж моего тайного места. Видишь его глаз? Он получил это, сражаясь с монстром. Монстром? Звучит страшно. Так и было. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Так, ну вы быстренько его зачитали. Мне нравится играть со своими игрушками. Я люблю с тебе разговаривать, потому что это весело. Я такая милашка. Это все ты нарисовала? Ага. Привет, дневник. В школе я рисовала, а дома, пока я спряталась в своем тайном месте и разговаривала с Бабси, я кое-что заметила. Я увидела, как в мою комнату зашел лис. Его зовут Бенджамин, кажется. Бенджамин. Ох, этот лис. Yes. Да. А привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно. Я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, то она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Меня никто не учит, как правильно чувствовать. Я хотела бы, чтобы в школе рассказали, откуда берутся чувства, но только чтобы серьезно, без сказок. Да уж. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить, но в хорошем смысле. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Рвота любви? Вот что это? Вот я это все было, да? Привет, дневник. Мой папа ударил маму. Это нормально? Я должна бить людей, которых люблю. Не думаю, что это правильно. Может, папа не видит, что причиняет боль мне, и когда бьет маму. Я обещаю, что никогда не стану такой, как мой папа. Сегодня я играла и воображала, что полетела в Японию на самолете. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец. Он любит суши. Мне не нравится, когда папа бьет маму. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга. Это сбивает с толку. Но он мне нравится. У него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хиро, и он привидение. Я нарисовала ему картинку, но так и не отдала. Это Хиро, мой японский друг. Он призрак. Привет, дневник. Смотри, у меня есть блестки из школы. Они супер блестящие, мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я не думаю, что Санта существует. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. А блестки потрясающие. Начинаю думать, что все вызывающее грусть или злость можно посыпать блестками и сделать красивым. От таких мыслей мне менее грустно. Так, я что-то там не нажал. Куда? Секунду. Вернись. Во. Блестки. Мне нравятся мои блестки. Привет, дневник. Я ходил собирать помидоры с моей бабушкой. Пахло очень приятно. Я видела бабочек и других насекомых тоже. Я съела два помидора и объелась. Привет, дневник. Я катался на своем трехколесном велосипеде, но нормально, нет денег, и смотрела прямо на солнце. После я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. Я нарисовал красивый рисунок, видишь? Да, очень мило. Я его еще и раскрасила. Потрясающе. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере и видела птиц в небе, и рыбу в воде. Я почувствовала попой теплую воду. Привет, дневник. Как ты? У меня тоже все хорошо. Я должна сделать домашнее задание, но я не могу перестать думать о Бенджамине. Я пописала в озеро. Стало очень тепло. Я нашла фото, где я маленькая. Как быстро летит время. Торт выглядит вкусным. Идея для костюма на Хэллоуин. Леди Лисичка. Взгляни на это фото. Я была таким ребенком. Очень мило. Теперь я такая леди. Я маленькая леди. Вот кто я. А что ты это? Я люблю свою раскраску. А как поступить с раскраской? Давайте возьмем ее с собой. Я не помню, что мы брали в прошлый раз. Выбирали, вот серьезно не помню. Давайте, наверное... Давайте возьмем, пригодится. Я не помню, что я убрал в прошлый раз, серьезно. Я возьму ее на случай, если мне станет скучно. Хорошо? Без проблем вообще. Я согласен, я поддерживаю. Полностью поддерживаю. Назад. Почему бы не взять с собой раскраску? Это же так классно. Смотри, я сама сделала эти бумажные куклы. Это Кимберли, а это Стивен. Они путешествуют и сражаются с суперзлодеями.
мои блестки. Хорош, блестки. Бляха, блестки — это такая жесткая гадость, короче. Их если где-то просыпешь, то это обосраться просто. Их потом не выведешь год. И они не пылесосятся, они не собираются. Они просто уходят сами собой. Нажмите угрик, чтобы посмотреть блестки. А, чтобы бросить блестки, окей, я понял. Однажды я видела здесь монстра. Я показал ему палец, он больше никогда не возвращался. Какой ты ему палец показал? Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмешь с собой? Могу я взять обе? Нет, выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Ладно, я выбираю... Единорога или камень? Так, камень я выбирал в демке, да, по-моему? Давайте возьмем единорога, ладно. Вот это я точно помню. Я выбираю своего мягкого и красивого единорога. Отлично. С волшебным единорогом невозможно ошибиться. Я знаю. Чё такой страшный? Чё он такой страшный? Ой, чтоб ты знал. Я люблю сыпать блестки на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам! Счастья всему! Эй, ты, по другую сторону экрана. Помнишь, я сказал тебе, что она умрет сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете, хорошо? Давай, без проблем. Опа, миссис Бенджамин, мистер Лис прошел там в окошке. Я без проблем, я окей, я хорошо, я подумал, я понял, я принял твою информацию. Это бабушка. Она тоже носит подгузник. Ты все еще носишь подгузник? Нет, это было 100 лет назад. Ясно, тоже. Тоже 100 лет назад. Да-да-да, ну мы поняли, ага. Мама любит собирать бокалы. Я разбила пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Нет, но в моей ноге целых 5 дней был кусок стекла. Удерживайте РТ-стик, чтобы бежать. Хорошо. Бляха, ну серьезно. Прошу, не падай, не падай. Она упадет, я знаю. Я, конечно, знаю, это же спойлер. Проклятие, она разбилась. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся, ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Мама сказала, что вышла замуж за папу, потому что она ждала меня. Она хотела сделать аборт, но это нелегально и противоречит закону. Что, по сути, одно и то же. Да. Так мы будем склеивать ее? По-моему, склеивали. Может, я могу ее починить? Давайте починим, без проблем. Хотя, в прошлый раз я тоже чинил, надо было оставить. Я сделаю это. Я делаю это. Так, хорошо, как я управляю, все, я понял. Раз, два, три, четыре, давайте сопоставим факты с действиями, и все будет хорошо. Я вижу, хорошо, вот сюда вот раз, вот сюда вот два, вот сюда вот три, вот сюда вот четыре. Ну, допустим, это вот сюда идет. Хорошо, нет, да? Что? Бляха с этой вазой не так, скажите мне, пожалуйста. Она должна быть красивая и такая, какая была до разбития. Я серьезно тебе говорю, я собираю точно, вот точно так. Она была примерно такая, вот 100% была такая же. Ну, конечно, все, я во все куски попал. Хорошо, я молодец, я умный, я умею разбирать, собирать разбитые вазы. Опа, и последний кусочек сюда. Хорошо. Все, нормально, так пойдет. А, еще цветочек, конечно, цветочек, цветочек внутрь. Хорошо. I did it. Мне кажется, да, идеально. Параличина. Окей. Look, смотри, me. Это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Ну, не всегда, но на фотографии желательно, да. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала пиф-паф своим папе и маме. Потом ее родители умерли. Ей было так грустно. Эрика. Я помню такой, были такие Эрики. Они Эрики какие-то все, знаешь, по-моему, что-то с ними не происходит. Вот это постоянно. То там какие-то дома сумасшедшие, то еще чего. Фу, здесь пахнет сигаретами. Да, это моя мама. Еще она очень любит пить сок. Ну что ж, ты готова выполнить свое первое задание? Готова. Я намерена получить этот приз. Ну, хорошо.
Фу, снова мертвые кролики. Когда уже папа поймет, что они мне нравятся живыми? Мама, какой ужасный запах, что это? Мертвые животные, вот что это. О, ужас. Нажмите уж, чтобы бросить блески. Ура, счастье, суп! Не понял, в смысле, такого не было в демке. Блин, такого не было в демке, я тебе в натуре заявляю полностью. Серьезно? Блин, секунду, а если... Как она щемит. А если я на вазу плюсну? Плюсну, блесну чуть-чуть. Нормально тоже будет? Ни хера не происходит. Ну и ладно, ну и подумаешь. Дел лофт. Главное, что кролики живы и суп хороший стал. Это, я так понимаю, приправка какая-то. Типа, оно все починилось, да? Нет, смотри, не чинилось. Тут вообще все, может быть, так и оставить все? Может, сигарету еще захерачить? Нет? У нас был чудесный ужин вчера. Мама не была сильно пьяной, а папа сказал мне привет. Это нам не нужно, хорошо. Когда я вырасту, я хочу стать как моя мама. Такой же любительницей пить сок. Ну, сок, да. Блин, да не было такого в демке, я тебе 100% говорю. Я бы запомнил, я бы вспомнил. Это сегодня. Сегодня 11 октября, все правильно. Так, ладно, я так понимаю, ничего не меняется, просто чисто по приколу детской фантазии дорисовывает плащ и сок. А сказать давай, конечно, скажем. Это в любом случае нужно говорить, как бы ты в прошлый раз не отвечал. Я пошла поиграть, мам. Ну, ей насрать, как обычно. Ну, просто когда ты куда-то уходишь, надо кому-то сообщать, куда ты уходишь, я об этом где-то говорил. Добрый день, утро. Сейчас полдень, неудача. А, хорошо. Доброго полудня, утро! Действительно. Так, а можно походить-то? А здесь можно что-то приукрасить? Что, нельзя из вороны сделать лебедя какого-нибудь, нет? Ну и ходи, ворона! Помнишь Бенджамина Лиса? Здесь я его впервые увидела. Он прятался в мусоре, когда мы встретились взглядом. Было очень напряженно. Да, ты уже говорила мне об этом, Лизе. Лисам нельзя доверять, они все преступники. Что? Лис преступник? Это глупо. Глупо, да не глупо. Вот когда останешься без трусов, тогда будешь знать. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало. Вот это было отвратительно. Это тоже... Опа, внезапно. Здесь часто спит папа. Папа? Чё, нет его там? Окей. Блин, ну в демке не было вот этой вот херни с блёстками. Блёстки были, а вот их изменений не было. Привет, киса. Сюда, иди. Иди, киса. Кис-кис-кис. Какая злая меховая ублюдина. Стой! Все хорошо, а в демке ее тоже не убил, да? Проклятие, мне никогда не удается погладить милых животных. Так, ясно, погнали. Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры, неудача. Хорошо. Запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать. А, выбирать. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо, только последствия. Когда ты пройдешь игру, приз — вечное счастье. Твой. Я готова. Твое следующее задание — пересечь эту дорогу. Хорошо, это я могу. Посмотреть налево, посмотреть направо. Есть машины? Нет. Ну ладно, я пошла. Так, на этом, по-моему, демка закончилась, если я не путаю.
Я видела монстра! Какого монстра? Я ничего не видел. А нет, не на этом. Он был там, я его видела. Может, это просто твое воображение? Да, это так. Но у меня очень богатое. Просто продолжай идти. Нам будет так весело. Хорошо. Ладно, все хорошо. Главное, я перемешал. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача. Пойдем. Вот так вот. Вот, пускай птичка спит. Пускай птичка спит, а я пойду. Короче, все, что я делаю заново, прибавляет сердце. Не знаю, каким образом сердце будет влиять на что-то дальнейшее, но типа так положено. Да, вот на этом демка закончилась, все окей. Прошли мы ее примерно за такое же время. Потому что там видос был 20 с чем-то минут, и сейчас мы тоже играем 20 минут. Нихера, короче, не меняется, но для нее меняется все, потому что блестки делают все по красоте. Короче, ее назвали мисс Неудача. Знаешь почему? Потому что, скорее всего, ее окружают неудачи. Это логично. Это логично, экологично. Наталья Мартинсон. Окей, это в ролях. Это она? Нет? Да? Серьезно? Так она выглядит? Ну, короче, ее окружают неудачи, но сама она не помирает. Хотя голос сказал, что сегодня она умрет. Но сегодня она умрет вряд ли, потому что только первая серия. Вот, Little Miss Fortune, собственно, Miss Fortune. А, создатель Исаака Наталья Мартинс. А, окей, создательница нарисовала сама себе. Понятно, ясно. Я спрошу. Я потратила довольно много блесток. А, кстати, где мы? На тропинке на дороге, на лесу. Смотри, там песик. Привет, песик. Какой милый колпак. Сконцентрируйся, неудача. Тебе предстоит сделать сложный выбор, связанный с этим песиком. Помни о последствиях. Хорошо. Как поступить с песиком? Поиграть, освободить. Я должен его освобождать, чей-то песик просто кто-то привязал его. Почему я должен? Ни хрена себе, нет. А в смысле нет хорошо и нет плохо? Это не мой песик, ни хрена, да серьезно. А о чем тут привязан? Далеко. Это нужно сделать логическое его заключение. Он далеко от дороги или близко? Где дома? Где хозяева? Чего происходит? Поиграйте. Я поиграю с ним, и мы приятно проведем вместе время. Хороший выбор. Теперь кинь ему мячик. Какой мячик? Этот мячик. А, и этот мячик. Okay. Хорошо. Подозрительно. Откуда взялся мячик? Да тебе только в бейсбол играть, мать! Ты куда так лупишь-то? Что я наделала? Он сломался. Мистер Голос, все, чего я касаюсь, ломается. Что со мной не так? Ну, с тобой все в порядке. Просто порой жизнь несправедлива. Но я с тобой. Правда? Спасибо. Конечно, печально, что теперь песик пропустит вечеринку. Какую вечеринку? Хозяин этой собаки, Джордж, устраивает вечеринку. Думаю, ты должна пойти и рассказать ему о несчастном случае. О каком несчастном случае? А, да, песик, да, да. Пойдем. Осталось пройти совсем немного. Хорошо. Я зачем это сделала? Красный мячик, убийца песиков. Тварь. Это резиновая тварь. Прости, что сломала тебя, песик. Мне очень жаль. Может, мы поиграем позже, когда я тоже сломаюсь? Не исключено. Так, сердечки появляются когда? Когда она испытывает что-то хорошее. Я тапку потерял, спокойно. Тапка сломалась тоже. Так, все, я его закрасил, нормально, заблестел. А здесь нельзя выгуливать собак, его бы убило говно. В смысле, подожди. Я бы освободила, она бы побежала, ее бы убила здесь какашка. Ну, а бы съела отравленную ядовитую. Не знаю, может быть, это ассасин какой-то пришел, убийца, хитман. Здесь написано, с собаками нельзя. А, серьезно? Ну-ка. Нет, нельзя. Да фуй это, перешагни же, ну. Ой, нет, я наступил на собачье. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блесток и... Это рисовый пудинг. Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдем дальше.
Ладно, хорошо. Какой рисовый П? А, в смысле, я понял. Это, ну, конечно, да. Это вчерашний или сегодняшний? Какая нестандартная игра. Дичь здесь происходит. Итак, неудача. По ту сторону этого озера ты станешь на шаг ближе к призу. Вечному счастью. И к вечеринке, так? А, да, и к ней тоже. И ты хочешь, чтобы я поплыла? А мистер Голос, а не охерел ли ты совсем? Знаешь, однажды в этом озере моя голова застряла в полиэтиленовом пакете. Я помню, что заснула и проснулась в больнице. Это ужасно. Да, я почти умерла. Знаешь, однажды в этом озере... А, в смысле, я понял. Плохое озеро, в котором можно застрять в полиэтиленовом мешке. Отвратительное озеро. Да ладно, серьезно. Почему не закрашивается? А я и не сомневался. Я и не удивлен совершенно, а что вы хотели? Это всего лишь птицы. Ой, что происходит? Кажется, у тебя большие неприятности, неудачи. И не говори. Куда эти птицы меня несут? Понятия не имею. Ты должна что-то предпринять, быстро. Хорошо. Вырваться... Как вырваться из лап птиц? Ударить их по шарам? По каким шарам? У птиц нет шаров, алло, или есть? Нет. Откуда? Давайте в блестки. Хорошо. Мои блестки сверкают. Значит, если я брошу блестки в птиц, они будут видеть только блеск. Это собьет их с толку, и они оставят меня в покое. Звучит как отличный план, неудача. Ладно, вперед. Атака блестками! А, все, вот и первая смерть. Окей, здесь она. А, нет. Не-не-не, нормально все, нормально. Это называется парашют. У мисс Фортюн парашют. Кажется, это надолго. Мы не поднимались так высоко. Кажется, время замедляется, когда мы в опасности. Я в опасности? Эй, смотри, птичка. Привет, птичка. Это была грубая грубая птичка. А, так здесь мост, я думал, там просто чисто, ну, пристань какая-то причал. Почему я сломал ноги и не умерла? Похоже, ты умеешь хорошо падать. Спасибо. Нормально. Значит, мистер Голос, вечеринка в той же стране, что и вечное счастье? Да, конечно, в той же. Ну, как удобно. Ты думала о том, как расскажешь новости Джорджу? О пёсике? Ну, конечно, только если ты хочешь. Ты расскажешь Джорджу о несчастном случае с пёсиком? Ну, конечно, ну ни хрена себе, ну на... Бля, ну так, ну интересно. А я скажу, я ни при чем, а ветка сухая, а дерево старое, а пёсик привязан, а ты какого хера там гуляешь без пса, собака такая? Сам же виноват, самого там оставил, все правильно. Да, конечно. Это самое малое, что я могу сделать для милого песика. Это очень смело с твоей стороны, неудача. Спасибо. Не, ну а как по-другому? Ни хрена себе, сам его привязал там. А вдруг молния? А вдруг дождь? Смотри, корабль. Привет. Мы уже пришли? Еще чуть дальше. А, ну хорошо. Не, серьезно. А вдруг гроза, а там... О, рыба! Что нам с ней делать? Давайте заберем ее с собой. Пригодится! Рыба как бы в хозяйстве всегда пригодится. Я заберу ее. Рыба в хозяйстве всегда пригодится, тем более она очень умная. Ее зовут Родриго. И ему нужно новое жилье. Он счастлив. Посмотрите на Родриго. Это выражение счастья. Родриго, я несказанно рад, что он пошел с нами. Он все, ну, какой я счастливый, Родриго. Ну, прям понятно. Если бы рыба могла говорить, она бы сказала, что она счастлива. 100% говорю. Интересно, слышал ли Родриго о суши? Это как Родриго, только мелкими кусочками. Это не смешно. Особенно для Родриго. Для меня нормально, для Родриго нет. Для тебя тоже. Ах, ты ж садись. Ну, ладно, все, хорошо.
Я почему-то думал, что это вот окончается вот на этом месте, типа, нырять можно. Это целый мост был. И вот мы здесь, дом Джорджа. Я немного нервничаю перед знакомством. Ты справишься. Ты храбрая, раз решила рассказать правду о пёсике. Прекрати. Я делаю это ради пёсика, ты ведь знаешь. Ну хорошо, давайте расскажем Джорджу. Он сам его призвал, сам хотел его убить. Так, постучать или позвонить? Я не дотянусь, давайте постучим. Там ни хрена себе, 1.5 метра надо лестницу еще ставить, чтобы дотянуться. Там рыба у меня сдохла. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Там рыба дохлая. Время заценить вечеринку. По-моему, Джордж тоже как эта рыба. Немножко не здесь, в смысле, заходи. Немножко не здесь. Однажды я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. Ладно, хорошо. Кто из них Джордж? Какая красивая фотография. Хотел бы я иметь такую же с мамой и папой. Эй, что такое, неудача? Ничего. Ну ты понял, да? Здесь одни трупы, короче, кругом. Ты уверен, что это правильный дом? Где вечеринка? Кто-нибудь? А, ну, он, кстати... Прошу прощения, вы Джордж? Он в праздничных нарядных штанах. Вы хозяин пёсика? Если это так, у меня очень плохие новости. О, нет, стой. Похоже, он повесился. Повесил себя как пиньята? Мне ударить его как пиньяту? О, нет, неудача, он мёртв. Мёртв? На нём пара отличных сапог. Он не может быть мёртв. Понятно. Эй, неудача. Кажется, вечеринка закончилась. Давай уйдем. Встретимся на заднем дворе. Джордж, кстати, раз вы умерли, вашего песика больше нет. Мне нравился этот песик, прощайте. Я хотел сказать, что на нем пара отличных праздничных разноцветных штанов. Счастья пиньяте Джорджу! И ватрыш. Все, я здесь. Давай пойдем в лес и достанем вечное счастье. Yes. Да. Давайте пойдем. Это из-за нее все, или в принципе она живет в таком херовом месте? Просто как бы сказали, что она хорошая из нехорошей. Возможно, нехорошей. Ах, я люблю лес. Со всеми деревьями, птицами и животными. Опасными животными, неудача. Ты можешь столкнуться с лисой. С лисой? Как Бенджамин? Да именно. Но все лысы злые, поэтому смотри в оба. Ну ладно. Он, короче, что-то прям явно не дышит неровно к этому лису. Он что-то прям совсем сказал, что нет, это нехорошо. У них какие-то эти, знаешь, понимаешь? Слышь ты, блядь, лис, я понял тебя. Слышишь ты, лес? Лис, я понял тебя, тварь. Все, я знаю, где ты. Я найду тебя. Это что, кукла? Все начинается с пения галки. Куклы из соломы номер один. Все начинается с пения галки. Ладно. Интересно. Возьму ее себе. Эй, что там у тебя? Ничего. Он типа не видит, что ли? Или типа только я все вижу, и ты все видишь, да? Голос тупой, ничего не... Ничего не видит. Не подходи, неудача. Что такое? Дикий опасный лис. Подожди, я узнаю этот черный хвост. Это Бенджамин. Это не важно. Напади на него, прежде чем он убьет тебя. Не думай, что Бенджамин станет меня убивать. Привет, тебя зовут Бенджамин? Хочешь поиграть со мной? Сейчас он достанет пистолет и убьет ее, нет? Нет, не уходи! Ну вот. Фу, какое облегчение, мы в безопасности. Давай продолжим играть в мою игру. Ну ладно. Здесь есть волшебная пещера неподалеку. Тебе нужно ее найти. Волшебная пещера? Хорошо.
Это что за вонючие палочки? Вот здесь релакс, спа-салон открывает? Что это? Спа-салон в лесу? Я на тебя нассу. Ты расслабишься, я нассу, или что? Как это работает? Похоже, Бенджамин любит рисовать. Это довольно круто. Мне нравится это в лесах. Соберись, неудача. Нам нужно идти дальше. Ну, хорошо. А подожди, тоже что-то? Зачем? Не надо! Не нарисовывай пентаграмму! Ну это все, это молодец. Ладно, хорошо, я в кругу, у меня призраки не возьмут. Что происходит? Так, я сделал что-то хорошее, я молодец, я все, я спас тебя. Я дорисовал круг, призраки меня не взяли. Демоны, сука! Демоны меня не возьмут. Ни в коем случае. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ птицы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, бляха, сюда нельзя, ну серьезно, она умрет сегодня не потому, что она неудача, а потому что голос мудак. Он ведет ее в опасные места. Алло! Я понимаю, это все. Ну-ка, ясно, понятно. До свидания. А я что, можно пойду, да нет? Что такое? А, вот. Ой, это та волшебная пещера. Выглядит она не так волшебно. Просто подожди, когда мы зайдем внутрь. Мне нравится, как это звучит. А у меня есть вопрос. А что значит этот знак? О, не знаю. Блестки? А, круто. Ну, как будешь готова? Ну, а пойдем, а что тут? Ох, мне не терпится увидеть волшебство. Ширка, ты такой голос, что такой мудак, товарищ, что нас так ведет-то? Здесь полицейские ленты. Эта пещера просто огромная. Эхо! Что ж, давай исследуем пещеру. Давай, давай, давай. А, это эхо. Я шучу, это боль не эхо, это я. Ты прирожденный комик, неудачу, да. Конечно. Спасибо. Ай, блядь! Что это было? Что? Я что-то пропустил? Я не уверена. А, я тоже не особо уверен, но, по-моему, это был мини-медведь на мини-машине. А что это, хомячья вечеринка? Волшебная хомячья вечеринка. Я знаю, что ты любишь вечеринки. Правда? Мы можем войти? Ну, я не знаю. Пойдем узнаем. Это не мини-медведь, это хомяк был. О, драка хомяку! Ты собираешься предотвратить насилие, сука, между хомяками. Да, давайте прекратим, что за херня. Не деритесь, прелестные создания, вы должны поцеловаться и помириться. Вот так. Пожалуйста, малыш, не уходи. Ты кое-что уронил. Ой, это мятные леденцы. Может, попробовать один, чтобы мое дыхание было свежим? Я маленькая леди, знаете. Мне не дают варианта. Она попробовала, все, я понял. Нет варианта не пробовать. Ух ты, мне так хорошо. Бля, это гениальная игра, по-моему. Она мне нравится определенно. War Planet Abyssin. Это французы, я тестирую, говорю, сто пудов. Ой, как хорошо. Как хорошо. Как все счастливо и весело. Красота. Да ну нет, ну вороны, не портите кайф, ну что вы, ну пернатые ублюдки, мать вашу за ногу, вот за лапу привязать к столбу и ждать, пока вы высохнете с голоду. Погодите, это совсем не мятная свежесть. С тобой все хорошо, неудача? Я в порядке. Лив, нут, хамстер. Что? Это стриптиз, что ли? Голые хомяки. Живьем 3 икса на ясно записах. А можно я пойду к вам?
Прошу прощения, маленькая леди может пройти? Нет, я не очень важный, говорите. Ну ладно. Ты можешь поверить этому парню, мистер Голос? Тогда нам нужно найти другой выход. Ну логично, но нам нужен вход, нет? Зачем нам выход? Я и так без выхода. Что происходит здесь, блин? Типичный клубец. Эти крошечные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. Я думал, реально ты какой-то мини-медведь пронесся. Не понял, а там чего? Посмотри на них. Эти крошечные коктейли и одежка. Это слишком мило. Ну, типа, да, если воспринимать это не так, как это на самом деле, а чисто по приколу, почему бы нет? Вечеринка хомяков. О, ну это чья-то бабка пришла. Посмотрите на эту леди. Думаю, она в беде. О, нет, кажется, я ее узнаю. Она владелица того клуба. Неужели? Да, похоже, ее ограбили. О, наверняка это был тот хомяк в черной маске. Да, ты права. По-моему, ты помогла преступнику сбежать. Проклятие. Получается, я тоже преступник. Получается так. Правда? Прошу, не выдавай меня. Я сохраню твой секрет. Благодарю. А ну я в любом бы случае, если бы осталось, то он бы пырнул просто чувака и дальше побежал бы. Все нормально. Я ничего не мог поделать. Прошу прощения. Вам нужна помощь? Нет? Ну ладно. Эй, неудача. Нам нужно найти выход. Вечное счастье все еще где-то там. Хорошо, я поищу. А, в смысле, из пещеры? Я думал, туда вход, он называется выход. Нам нужно из пещеры уйти. Это... А зачем? Я хотел на химеречинку хомяков. Там эти... Вот это вот все, ну. Интересно, что делает эта кнопка? А, лестница. Занятно. Молодец, неудача, ты нашла выход. Спасибо. Ну, собственно, раз есть выход, то почему бы не выйти? Подожди, остаться в коллекторе. Другая бабка-то уехала, да, посмотрю. Я просто побуду здесь, как маленькая леди. Секунду, я хочу на бабку посмотреть. А, типа бабки нет, что... У меня руки заняты, я нос почесал, не специально. А, ну типа они ушли. Ну ок, ну ок, тогда выходим. Тогда выходим из коллектора, ни хера тут делать. Посмотри, какой коллектор из пещеры? Коллектор должен быть адекватно. Ну хотя провода висят. Да нет, коллектор, он же выстроен. А здесь просто тупо в пещере вырез какой-то. А это что такое? Нет? Как хотите. Как хотите, мне ладно, все равно. Так, ну все, поехали. Блин, с джойстика, кстати, очень удобно играть. Очень удобно с джойстика играть. Стоп-п-п. Обихурига агер эй тилтради. В тетради. Так, а тетради, задания домашние должны быть сделаны, а мы на этом закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Классная игра, на самом деле, мне прям нравится. Она прям вообще очень хорошее начало, прям гениальное. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, там еще, короче, колокольчики все вот эти нажимайте, потому что все давно уже говорят про колокольчик, а ни разу никому ничего про это не говорил, ну, кроме одного раза, когда кто-то говорит. Короче, нажимайте на колокольчики, делайте там всякие оповещения себе, и тогда вы не пропустите новую серию Little Miss Fortune. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.